Всем привет, вы на канале CryptoCommons, и посмотрите, что за щиткоин. Как вы думаете? Это рубль. Конечно же рубль. Причем доллар к рублю выглядит совсем иначе, вот так вот. И конечно же он может сходить еще в потенциальную коррекцию перед окончательным тузамуном. Тузамуном доллара, то есть, как вы понимаете, тузадно рубля. А может и не сходить, может сразу сейчас провалиться. Поэтому этим вообще лучше, конечно, наверное, не торговать. У нас канал не об этом. А о биткоине. Но на Binance, тем не менее, пару рубль-доллар штормит тоже не хуже, как мы можем видеть. Вот, ну а что по биткоину, давайте посмотрим. Надо включить обратно хайка наши свечи. Я переключался на обычные, чтобы видеть, что там с рублем. А, и перевернуть график, конечно. Вот, биткоин-доллар. В принципе, похоже на какие-то голову и плечи, да, для любителей паттернов. Перевернутая летучая мышь, желтая точка. Должен он, по идее, пробить 40 тысяч, но сами понимаете, сейчас такая ситуация на рынках, что, в принципе, рисково во всем сидеть. Поэтому это 15-минутный таймфрейм вообще, то есть это в целом ни о чем. И у нас, конечно же, есть тут даунтренд локальный, да, и на 4 часах, и на дневке, но внутри более глобального бычьего тренда. Поэтому, сами понимаете, момент у нас сейчас с вами исторический. Либо биткоин пойдет, как обычно, наверх, либо вниз. Как всегда, исторический момент. Но вы же понимаете, что он может ложно сходить вниз, например, за вот этот вот лоу, убедить всех в том, что рынок медвежий, и потом развернуться и уйти в бычий. Причем очень резко. Может. И может также и не сходить. Может также и упасть, конечно, вот туда куда-нибудь, на скам вообще пойти, если все рынки сейчас будут скамить в пользу доллара, в чем я сильно сомневаюсь. А может и затузамунить вот так вот, как обычно. Поэтому тут каждый принимает на себя сам ответственность за то, что он делает, если инвестирует в криптовалюту. А мы сейчас с вами еще посмотрим обязательно какие-нибудь альткоины, но перед этим хочу показать вам прикольные NFT-шки. Смотрите, Squid Games на Binance Smart Chain. Мне реально понравились картинки. Смотрите, какие они прикольные. И можно сминтить за 0.42 BNB сейчас всего эту штуку. Такую NFT-шку. Осталось всего 184 лота. Давайте обновим страницу. 184, ну в общем все равно их немного, поэтому подключаю MetaMask, у меня там как раз пол BNB. И минтю себе такую NFT-шку, гайс, со скидкой. Ну они реально крутые вообще, посмотрите. Вот, ну а так тут у них roadmap, вот все написано, уже завершили первых игроков. Сейчас вот осталось еще сколько, две стадии, по 0.42 и по 0.6 BNB. И дальше уже выход на маркет и призовой фонд. Все, кто минтит хотя бы одну эту NFT-шку, участвуют в варианте выиграть кусок пирога из призового фонда в 150 тысяч тезера. Так что, дисклеймер, не финансовый совет, конечно же, но ссылку я оставлю в описании. Поставлю только побольше газ фи, потому что нифига не наминтилось с первого раза. Ставим побольше газа, чтобы транза проскочила, и минтим. О, получилось сразу. О, прикольный, кстати, персонаж. Да, как вам, напишите. Вот я и наминтил плеера 101. Короче, ссылка в описании. Вот, осталось всего 183 NFT-шки. Типа, как они сами утверждают, их можно потом перепродавать дороже. Но я не для этого это сделал, я просто по фану, дисклеймер, не финансовый совет. Хотя, если захотите, за 50 BNB можем договориться. Ладно, шутка. Давайте посмотрим монеты. Dash USD. По графику пока ничего хорошего. Сетка EMA Ribbon медвежья. Вот, начиная отсюда. Но на более глобальной картине мы в зоне интереса, ребята. Мы в зоне интереса по Dash, потому что он еще даже не начал расти. Как вы можете видеть, он снова вернулся в этот накопительный канал восходящий. И потенциально в нем, как в инвестиции, вот опять же желтая точка здесь, на дневке. Кучу желтых точек здесь, на окончании снижения, которые отыгрывали тоже сами по себе. И предыдущая желтая точка здесь. Желтые точки очень крутые. Они достаточно редко встречаются, на самом деле, если вы посмотрите. Особенно на старших таймфреймах. Вот на недельном здесь у нас с вами нет ни одной желтой точки по Dash USD. Но по Dash BTC, я вам напоминаю, что есть здесь желтая точка. Есть желтая точка, которая сигналит нам о том, что это абсолютное дно этой пары. Весь вот этот год это накопление на абсолютном дне. Судя по тому, что я вижу по вот этой дивергенции, вот этой желтой точке на сайфере. Но вот это то, что я здесь рисовал, ребята, это то, что будет в течение года-двух со всеми перехайпленными монетами, которые сейчас мы видим, что вот так вот пампят. Ту же Солану или что там, давайте откроем. Ману. Вот, посмотрите. Вам ничего не напоминает мана? Мана напоминает Dash вот здесь.
Правда? Посмотрите. По доту немножко другая история. Дот в боковике. Сейчас мы поговорим. Мана. Смотрите, мана, как в принципе и Шиба, и Солана, и много еще монет этого сезона. Аваксы там всякие. Даже Dogecoin, кстати, из старого сезона. Похожую динамику показал. Просто очень сильно запампленный актив. Вот он где недавно еще был. Это не значит, что он не может еще сильнее запампиться. Может. Тем более он вроде как отбивается от недельной поддержки. Лучше, чем биткоин. Но это и не значит также, что он не может упасть на 98% перед этим. Перед продолжением в следующем цикле своего роста. Поэтому, ребята, мана, матик, мое мнение неизменно. Это очень дорого, чтобы покупать. Продавать сейчас тоже, наверное, это не та зона. Это no trade zone, так называемая зона. Не торговать. Если пробьемся ниже, докупать. Если улетим сильно наверх, продавать. Вот как-то так я вижу все эти новые щиткоины. И достойные проекты тоже, но я называю их все щиткоинами, потому что, ну, смотрите, Луна, Терра Луна тоже. Смотрите, как круто прет, отбивается от поддержки. To the moon, к битку причем. К битку она восстанавливается уже. К доллару, смотрите, она восстанавливается, еще не переписала all-time high, а к битку уже переписывает, потому что биток чуть-чуть попадал. И все круто, стейблкоины, отлично там, DeFi, но почему это все должно так дорого стоить? Оно недавно стоило $10, $5 и вообще там 9 центов. Вот я о чем говорю, что это все в какой-то момент начнут сдувать. А есть средние альткоины типа Dota, которые как бы и не на хаях, и не на лоях тоже, в боковике. ETC тоже у нас к таким относится, потому что он уже видел хороший сильный импульс, и сейчас как бы внизу боковика. Но, кстати, возможно, что это был финал его бычьего рынка, и в таком случае будет вот так. К этому просто тоже готовьтесь, на всякий случай. Эфир обычный, классический, да? То есть классический мы посмотрели, это обычный был эфир, а классический в понимании людей, который подменил тикер, это эфириум. ETH, ну, который Виталик Бутерин и большинство поддержало. Но это хардфорк, чтобы вы понимали, это типа как биткоин кэш, который поддержало большинство. Но не суть. Эфириум, в отличие от эфириум классика, кстати, настоящего эфира, и биткоин кэша, и дэша, и зикэша, посмотрите, как круто выглядит. В этом сезоне эфириум показал, что монета из прошлого сезона может спокойно выдать еще один хороший сезон наряду с биткоином и доджкоином. Поэтому по эфиру тоже, на мой взгляд, сейчас не трейд-зона. Я, конечно, взял небольшой лонг тут, но я боюсь, что его смоют просто скоро по стопу. Короче, выйду из сделки, если он будет падать дальше. Но может, конечно, и сильно улететь. Сейчас все зависит от конъюнктура рынка в целом. Мне гораздо более интересен лайткоин, который вот к эфиру вообще, смотрите, в гигантском падающем клине находится уже много лет. Из него одна дорога вот сюда куда-нибудь, как минимум на технический отскок, выше вот этих хаев. То есть мы говорим о 7-8 иксах примерно. Лайткоин, я знаю, вы давно хотели, давайте поэтому смотрим. Он уже отпадал от своих хаев к эфиру на 93% плюс-минус. Если Fibonacci накинуть вот здесь, вот как раз сверху вниз ее надо накинуть, потому что мы измеряем импульс от этой коррекции, если он сейчас развернет, докуда он может долететь. Вот они все уровни. Ближайшие 0.23, 0.38, 0.5, 0.618. Это десятки, вот это уже больше, чем 10 иксов к эфиру. То есть, грубо говоря, часть эфира своего можно смело менять на лайткоин, на Dash, на мой взгляд, в среднесрок, в долгосрок, то есть там на 3, 5, 10 иксов. Это все еще план. То есть те, кто вышли из этого плана, вот увидев вот эту небольшую коррекцию, просто забыли, что это флэт внизу. Вернувшись к дэшу, и дэш к эфиру тоже у нас есть вот то же самое. На окиксе и желтая точка вот здесь была, и Fibonacci уровни. Так что, ребят, я, конечно, повторяю одно и то же от видео к видео, но я реально так считаю, я так делаю, поэтому я и говорю вам. И сильно не ухожу от темы. Золото тоже на Тузаму не собирается, походу. 2000 будет пробито в ближайшие часы, я думаю, а 2200-2300 в ближайшие дни. Ну, это все, конечно, дисклеймер, не финансовый совет. Ребят, все ссылки в описании. Золотом можно на Femex торговать и на Prime XBT. Серебром на Prime XBT. Также рублем, кстати, на Prime XBT можно торговать, только что-то пока не дают. Посмотрите обзор по этой бирже, если вы еще не видели. Если не можете зайти из РФ, воспользуйтесь VPN, все получится. И регистрируйтесь, как будто вы не в России, короче. Без KYC все биржи, и по поводу средств, говорят, не собираются замораживать средства. Я слышал, что и Binance тоже, кстати, не собирается замораживать средства, так что с биржами все окей, ребята. Много на них не торгуйте только, все ссылки на них в описании, с приветственными депозитными бонусами. И будьте осторожны, всем мир и нет войны.